сих пор никогда не любил. О чем с ней поговорить-то можно, кроме как о почках для печени? С другой стороны, Борисовна, и всем же людям быть учеными. В конце концов, с Мясником Мария дочь никогда не будет знать голода. Значит, надо соглашаться. Ну, согласен. Согласен. Так, по такому поводу давайте пропустим еще половину. А почему бы и нет? За вас. За вас. За нас обоих. За наш уговор. За наше благосостояние. За здоровье. Счастье. И самое главное, true life, true life, вдыхаем, 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 true life. Fuck!
Сначала сыне. Вот, папа. Да вот я всегда хотел, чтобы он был хоть немного моложе меня. Добрый вечер, Терри. Здравствуйте, ваше благородие. Что произошло? Я выдаю вашу старшую дочь Цейту. Да? Лейзер-Вольфа. Но, позволь тебя поздравить. Спасибо, ваше благородие. Да, Терри, новости есть. Как твой друг, хочу сообщить их. Сообщаю тебе их, потому что ты мне нравишься. Человек ты порядочный, честный, хоть и жид. Ну, не каждый из людей удостаивается подобных комплиментов. Так что же за новости, ваше благородие? Так вот, пришел нам тут приказ устроить в нашем местечке неофициальный шум. Почему сразу погром? Ну так, ничего серьезного. Ну, стекла твои, подушки, перину распороть. Ну, это мне ради час, кто из губернии приедет. Так пусть видит, что мы свое дело сделали. Спасибо, ваше благородие. Хороший человек. Так, правда, жаль, что вы не евреи. Вот что мне в тебе нравится, Терри, так это то, что ты всегда шутишь. Еще раз поздравляю твою дочь. Спасибо, ваше благородие. Ой, миссия. Ну а чего же ты призываешь такие новости в этот день? Из всех дней. В любом случае, спасибо за мужа, сын!